Помните, я вам показывала вот это чудо? Вот такой арбуз, который у меня растет. Это у нас начало, середина даже, наверное, уже августа. Так, снимаю видео заранее. И сейчас покажу, что выросло. Вот такая красота выросла. Не знаю, вкусно, невкусно. Сейчас буду звать мужа, чтобы разрезал. Ну, красивый. Главное, что свой. Самый вкусный будет по-любому, даже если зеленый. Ой, блин. Режем мега арбуз на 20 килограмм. Огромный. Огромный. Ну давай режь. Слушай, хватит. Да режу, режу. Режу, режу. О, хрустит. Хрустит. Это не хрен собачий. Ну-ка, ну-ка. О, офигеть! Блин, сейчас будем пробовать. А что он желтый? Так я желтый сажал. А что он желтый? Так, сейчас будем пробовать. Слушайте, только что попробовала, вкус нереальный. В 1000 раз вкуснее обычных красных. Просто бомба. Я не знаю, он просто тает во рту. Похож даже чем-то, знаете, на что? На персик. Ну, то есть текстура самой мякоти не такая, как у красного арбуза. Блин, офигеть. Что-то даже как будто как медом отдает. Короче, круто. Теперь даже в магазинах только желтые буду покупать.